Привет, это Кеос. Классическая торговля против тренда. Вот. Уровень спроса на евро-иене сработал. Недели там лежачий. На дневном вот этот уровень хороший. Тут можно подождать либо отскока, даже возможно разворот. Ну, здесь уже отскок произошел. Почти цена подошла к цели прибыли. Половину закрыл на 1 к 3. Вторую половину передвинул тейк выше. Это на выходных уже там. Вот это уже в понедельник. Произошел опять отскок от этого же уровня дневного, только там чуть ниже был этот уровень. То есть мой ордер ушел без убыток, половина, которая была оставшаяся. Вот это другой, как бы получается, дневной уровень хороший, хорошее место, чтобы купить против тренда. Но как им воспользоваться, тут уж каждый сам решает, у каждого своя стратегия. Я так купил. Кто-то мог купить от самого экстремального нижнего уровня. Но я не стал, вот как раз именно из-за того, что я посчитал, что это тест. Как бы именно этот тест взял за самостоятельный уровень. Он прекрасно отработал, а не трем. Ну вот здесь кто пошел, тоже мог прекрасно заработать. Ну и все, и дальше вот цена идет вверх. Это на данный момент уже. Как цена, возможно, еще дальше пойдет. Может, не пойдет, неважно. Но она очень далеко ушла. И можно хорошую было прибыль сделать. Это усилитель возможности на этом уровне. 8 баллов. Тут единственный минус — это тренд. То, что цена против тренда. Уровень против тренда был. Тренд нисходящий, а уровень спроса. Ну и другое, то, что долго цена на уровне была.